Так, где еще один? Что это тут бе... А тут вас прям много, да? Микрофон. Поехали. В барабанах играет или что? Барабан. Алло. 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 О, это был чел. Вот типичный пример малолетнего дебила. Куда помчал? Понял. Прибежал, ё-моё. Бля, ну как? Ой. Жаркий, слазь оттуда. Заебал. Можешь подсказать, где? О, хватит прикол. А, понял, давай, удачи. Да не, не надо поднимать. Опять мисклик, зараза. Как он меня прострелил, жесть, конечно, да, ну ладно. Да ебать, ну что, ребят, осталось всего лишь 35 мест, и я буду топ-100. А по России я сейчас на каком месте? 32-е. Нормально. Движемся дальше. Я пропустил, блядь. Legendary. Ебать ты, крыса. Чудеса случаются, да. Добрый день. Тёмин, плюс. Где он сидит? Я же слышу микрофон. Бля, чувак, ты серьезно? Ну видишь же нахуй, что застрял, ёбаный урод. Я в текстуре застрял тупо. Молодец, чё. Тут было нечестно, согласен. Вопрос только в том, смогу ли я сейчас выбраться. О, аллилуйя. О, а ты меня убивал. Да ты забей, успокойся. Все нормально. О, души. Блять, на кой черт я... ты добился там? Иди сюда, сука.
Какой петух говно? Я прям не могу, меня бесит он. Опять ты, сучара. Ну как тебя с петуха-то забрать можно? Иди нахуй. А, не, это не ты, сори. Ай, блядь! Ебуная перезарядка, сука. Я сейчас вернусь, залям тебе пизда. Ну да, с чего его убивать-то тут? Это вообще бред. Я его не убью с этого. Я в отчаянии. Да ты убежал. Все, он меня спалил. Я на тебя лям потратил, ты думаешь, я тебя буду поднимать? На нас напали! Я бомж, можешь парень провался? Да-да-да, так тебе взяли и подняли, конечно. Я так залетел, блядь. Может получится, может нет. О! Хуйня там. Я тебя проклинаю. Топ по убийствам. Блять, топ 106. Что я делаю не так? 934. А, 940 же надо. Бля, что, убийство в минус пошли? Да опять он подкрадывается всегда, его не слышно нигде. Как я должен его перестрелять? Просто на везении на каком-то? Привет. Карма, сука. Так, задача сделать 11 убийств за эту катку. Но кто-то уже тут есть. Вот типок бежит. Ну пипец. Что это? Повтор. Какой сигнал утерян? Показывай мне, я не верю. Показывай. Побежал сюда. Право-влево, услышал меня, пробежал прямо, я по нему пострелял, он выстрелил перед собой. Что? Что, блядь? Короче, я не понял, как засчитываются эти киллы. Но, типа, похуй, он не умирает. Внимание, повтор. Это опять эта сучка, 25 уровень. Целенаправленно бежит на меня, я в нее зажимаю и как бы, ну, у меня патроны дальше как будто бы не стреляют. Что это за херня? Я жму, он не умирает. Короче, мне похеру. Проиграю я эту катку, выиграю я ее. Я все, это у меня просто конечное. Я не могу больше. Само собой, блядь. Ты появишься просто без инфы, без всего, непонятно где. У меня горит уже, честно. У меня уже усталость сказывается просто на мне. Нет, это бред какой-то просто. Это просто бред. Все, я при вас выхожу. Я не могу больше играть. Это четвертый день. Смотрим, какое место в топе я занял. С учетом того, что эта катка не завершена. Смотрим.
Топ по убийствам. Я надеюсь, что там хотя бы топ 99, потому что я наиграл реально много. Так, топ по убийствам, топ 95. Отлично. Блевотня. Именно такой эффект я получил, играя в игру 4 дня. Играл я по 6 часов, набивал в день примерно по 100 плюс скиллов. Дошел до топ 95, я буду показывать всегда этот топ по убийствам. Топ 95, это еще без учета того, что катка не закончилась, я записываю это сразу. Вот, рекомендую ли я вам дойти до топ 100? Да? Доберитесь до топ 100, не используя аврилов, не используя помощь друзей, не используя тиминг в самой катке. И как бы все. Я посмотрю на вас, насколько это будет легко и вообще просто с ваших слов. Я уже уверен, что вы так напишете. Я, честно, устал. И играть больше в Lost Light я не хочу. Ну, топ 95, теперь я могу гордиться с собой. Драконом был, топ 95 занял по России, между прочим, я. Топ 23 теперь. Первый человек из России, который набил большинство киллов, это какой-то Эрагон. Вот, я надеюсь, что... мои труды не прошли зря. Поэтому поставь лайк по-братски. Поддержи канал. Я устал, устал, я хочу плакать. Бля, как тяжело было ставить себе цели, достигать ее. Но я достиг, я красавчик, я молодец. Поэтому лайк, подписка, колокольчик и комментарий. Всем пока.